Всем привет, меня зовут Олег, я проходил курс введения в промышленное программирование на языке C++ около 10 лет назад, и теперь у студентов появилась возможность прослушать этот курс в рамках образовательных проектов Mail.ru. Ключевая особенность этого курса в том, что большое внимание уделяется качеству кода, что обеспечивается тем, что преподаватель проверяет код студентов вручную, проводя подробные код-ревью. Курс Lear-Refuge, мне кажется, особенно эффективным, потому что на занятиях он прививает студентам особый образ мышления, столь необходимый начинающему программисту. Задания, предлагаемые на курсе, являются прообразом тех задач, с которыми сталкиваются профессиональные разработчики. Отличительной чертой данного курса является то, что наиболее инициативные выпускники помогают текущим студентам, проводя код-ревью и рассказывая наиболее тонкие моменты. Курс хорош тем, что на нем рассматриваются по-настоящему вкусные задачи. Вкусные не потому, что они простые, а потому, что они реально интересны и применимы в индустрии. Курс очень сбалансирован. Все задачи перетекают друг в друга достаточно плавно. Для тех, кто раньше не был знаком с проектной деятельностью, это отличный шанс познакомиться с решением реально больших задач. Идеи, преподносимые в курсе, можно обобщить на любые языки программирования или технологий. Если вы захотите написать графический движок или, например, какой-нибудь бинарный транслятор, вы сможете это сделать. Выполняя задания в течение семестра, вырисовывается вполне большой и готовый проект. После этого курса я решил связать свою жизнь с программированием. Полученные знания позволили мне начать стажироваться в различных IT-компаниях, как в России, так в Германии и в Соединенных Штатах. Теперь я вернулся домой и работаю в исследовательском отделе одной из ведущих российских IT-компаний. Если вы хотите продвинуться в области разработки программных продуктов, то этот курс – то, что вам нужно.